Вы оказываетесь в этом вызове научиться заново быть добрыми, понимая, что мир не очень хорош. И это может быть только внутренним решением. Вот доброту надо выбрать, как бы быть добрым не для кого-то, не для чего-то, не почему-то, да? Вот. Потому что вам не страшно. Не страшно быть добрым. Но это только внутренний выбор. Вы достаточно умный, чтобы позволить себе быть добрым.